Все, мы в эфире. Hello World. Привет. Hello. Продолжаем. Задача по алгоритму. Потенциэйшн. Что это такое? Вероятность какая-то, потенциальная, возможно. То есть на вход приходит цена, и нам нужно вернуть цену без НДС. Ну я думаю, через тернарник это можно решить. И там еще условия, что если... Сколько там? А где этот звук идет? Все. А НДС 15%. То есть получается прайс, цена это сколько? 115%? Так приходит на вход, если это цена с НДС. То есть приходит результат, а нам надо вычислить то, что было до результата. То есть 215. Да, то есть 115%. Вычислить. 100%. Ну, то есть это, скорее всего, разделить на 115, узнать сколько 1%. Умножить на 15 и вычесть из прайса. И там еще условие, что если приходит что-то 0, минус. Ну это потом. Давайте я сам еще поймем, как получается, что нам нужно. Нам нужно прайс, да, наш.
Какой-нибудь есть? Масс. Прайс получается разделить на 115, мы узнаем сколько стоит 15. Ну да. Ну, рассчитайте, 230. Так, 230 разделить на 115 умножить на 100. 200? Ага. Угу. Тогда можно на 115, можно умножаем. Чтобы не умножать на 100, на 0,5. На 0,15. Умножить на 1,5. Так, вынесем, да? Нам это так убить еще нужно. А, вычистить. А давайте посчитаем. Отправьте туда 230, что будет. Мне кажется, неверно. Должно число-то меньше быть, а если 1,15 уже больше будет. Ну да. Да, по-любому там чуть больше получится. Ну, умножайте, как было. Все, давайте вначале сделаем. На 0. На 115. Получается разделить на 115 и умножить на 100. Помяните, Андрей, знаки местами. То есть прайс разделить на 115 и умножить на 100. Угу. То есть наоборот просто знаки. Угу. Получается? Нам еще что-то там нужно округлить. Если нул придет, надо вернуть минус один. Надо условия поставить. И получается, если круглое число, то должно быть еще два нуля в конце. Смотрите на выходе. Ага. То есть должно быть до сотых. Число показывается, даже если у тебя если ровное число, то должно быть 2 нуля вот эти. То есть это что, туфикс или что? Угу. Туфикс 2 обычно. Давайте посмотрим. Нет, туфикс 2. Да, два знака после запятой. Угу. Только здесь там надо будет добавить знак плюса, чтобы перевести в число это. 2. Ну все, сохраняем, смотрим. Вот. Только приходит, скорее всего, строка, то есть надо будет еще поставить плюс перед прайсом, чтобы это переводилось обратно в интеджер. Так, наверное, лучше прямо перед скобками это вперед вынести, да. Плюс, чтоб. Угу. Сейчас. Да. А, ну опять же он на круг. Нули убрал, да?
это фикс, это, наверное, фикс срок сделал. Да, но он, то есть, в принципе, правильно, где... Вы его верните еще в скобки, все, сейчас выражение, и к нему примените. А, вот это вот все? Ну, конечно, да. Строку надо преобразовать. Ага. Ну, напишите number. А, наверное, скорее всего, number parse float, наверное, применить нужно. Это же у нас float будет. Тут не подойдет этот. Чтобы у нас знаки против запятой, нам другой должен же идти быть. Parse float. Да-да, это float. К нему относится. Здесь есть место number, parse float. Да, parse float и выражение в скобке это все обернуть. Угу, parse float. Все загадочно. Условие вернуть или число. Есть. Ну там же числа у них возвращаются. Он. То есть parse float не работает, что ли, да? То же самое тоже? А parse float, вот мы именно как функцию, или надо как метод? То есть вот так, так вот, правильно? Сами пишем? Да. Ну, не работает. Parse float, number. А, не, подождите. Number. Fix это смотрите. Fix. Ну, например, number, parse float. X to fix it. Так parse float нужно ставить. Тоже еще нам номер стоит впереди. А, тоже видите, он to fix it преобразует в строку. Ну да, это же строка. Странно. А давайте переменную разложим, а то у нас там уже путаница такая началась. Из-за этого непонятно. А если попробовать обернуть parse float, вот этот само... Подождите, подождите, давайте разложим вначале. Вначале выражение посчитаем. Да, вот само выражение. Да, последовательно решим. А потом еще сконкатенируем результат. Ну, вот выражение математическое, Андрей, вставляете? Первое. Result, например, не знаю. Res. Вот это, да? Ага. Только со скобочками. Со скобочками. Ага, да. Так. Потом что, приводим? Дальше приводим, да, to fix it. Делаем.
возвращаем, да? Да. Пятер. Парслот. Нет, парслот можно попробовать, где резал, обернуть все это в парслот. Да подождите, оборачивать. У нас резал-то зачем оборачивать? Ну. Он тут фикс преобразует, потому что. Верните вначале, давайте вернем resfix, первое что-то сделаем, а потом начнем уже мудрить. Все, а теперь, да, а теперь преобразуем его в number. Парслоу, точнее, да? Парслоу, да. Это ж флоут будет. Тип флоут. Угу. Может там еще есть какие-нибудь... Сколько знаков такого? Что туда отправить? А что? Возвращает строку? Сохраните, посмотрим. Нет, ага. число Ага, потом обрезает. Ах он, parse float. Так давайте тут фикс еще. Не, не, не получится. Ну попробуйте. Просто два раза одно и то же. Ну потом, ну, да. Туфиксы так раз преобразуют опять его к стрингу. Поняли? Что у нас еще есть? Какие методы? Что я делаю? На эту тему. То есть странно получится. Этот метод он округляет, но тем и переводит ее в строку. А напишите to float number. To float number. Не, я в гугле, загуглить, посмотреть, что там еще пишет. Я тоже гуглил уже. А, number.parseFloat нужно делать. Перед parseFloat нужно поставить number. ParseFloat прям написано, видите? Number.parseFloat. Так number это, скорее всего, смотрите, оно как вызывается с большой буквы, это скорее да, всего. Да, да. Тип ты вызываешь. А сюда стринг вставляешь. Не-не, это. Да, конечно, он и говорит, сюда строку вы. То есть to fix it. Ну что вставили? А, еще string. Number надо поставить перед да. parseFloat. Перед parseFloat. Поставьте number с большой буквы. Number.parseFloat. То есть это как ты вызываешь этот тип, да? Вот так, что ли? Угу, да-да-да. А сейчас? 200. Все равно 200. Все нормально. Все нормально, 200 получится. То есть у нас затык в том, что вот именно с двумя нулями. А смотрите, а другое проверьте, второе какое там в тестах идет. Второе выражение, которое там нормально будет, которое вот в самом кодварсе, там есть вот 123, давайте проверим, так же получится все.
Что там, кстати? Это все нормально. То есть, по идее, только с двумя нулями. Либо сделать проверку на эти два нуля, если два, в конце два нуля. Что у нас получилось? Тут приходит, тут все нормально. Все. Так, теперь условия нужно поставить. If перед всем выражением. Может быть, да, проверять просто. Там if parse price минус, что там, меньше нуля, возвращаем минус один. Да, там? Или ноль, что там? Какое условие забыл? Угу. Вот если null, вот. То минус один. Угу. If price. Не-не, так не. Три равно. В скобочках. Все. И возвращаем. Return минус один. Все работает. Как-то надо вам отключить тут этот линтер, что он постоянно. Так, а 200, что он вернул? 173.91? Да, да, но это 200 отправить. Угу. Но все равно эти нули, получается, требуют. Либо, как вариант, проверять его, если он кратен, как, что без остатка число получается, то тогда просто конкатенировать два нуля к нему. Можно так выйти из положения. Чего хотите? Не понял. Ну, давайте, вы сейчас проверьте в этом, в CodeVars, но, скорее всего, он потребует, что неправильно число, потому что нету двух нулей. Если так, то можно тогда число проверять, на, если оно остаток отделения проверять, на, если число получается давайте ровное, давайте. То тогда просто конкатенируй к нему два нуля эти. Такой вариант. Я предположу, что возможно, что даже вот это вот не нужно. Давайте просто попробуем. Не, ResFix, то он вернет туда строку. Тут вообще не пройдет дальше ни одного. Потому что он возвращает строку. В принципе. А, все правильно. Он же ждет 200. Да, он и ждет. Он с двумя нулями ждет. Но два нуля, они будут, получается, в таком случае, если число, оно идет... А, все? Да, у него в тестах даже 200. Ну, значит, можно было не заморачиваться на это. Я думал, может, какой-то специальный под это метод идет. Но так тогда, в принципе. Давайте посмотрим, может, какие-то специальные другие методы существуют еще. Как другие люди это решают? Как вот. Сейчас познаем. Округляются. Да, пишет think ring about free. Hey ma, hey make up, come on. У нас интернациональная публика. Здравствуйте, зачем ставить flow only на чат? Follow only на чат. Не понял. Я вообще не понял, что вы написали. Ну да ладно. Зачем ставить follow only на чат? Follow, следовать, типа. Что, подписываться можно на чат? А, нет, у тебя в чат могут писать лишь фолловеры. Некрасиво так делать. Я не в курсе, где это вообще настраивается. Надо смотреть настройки. Mm-hmm. У нас по дефолту было настроено.
Посмотрим. Ну да. Окей. Настроим. Посмотрим. Ну вот Map Round еще используют для округления. Так, что там у нас? Ага. Вон, с плюсиком, да? Как раз наш вариант. Да. А еще, кстати, нам предлагают result равно price разделить на 1.15. Почему мы так не сделали? Разделить на 115. Да. Ну что, утро? Ну, мы умножали, а просто надо делить. Угу. Может, заменяешь делить. Да, да, да. Короче, мы затупили. Угу. Пятница, сами понимаете. Уже конец трудовой недели. Переутомились. Я смотрю, у нас там JavaScript-ик. Профессионал какой-то подключился. Советский, да, 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 да. Активно тот. Он, я чувствую, в этом Дискорде, а точнее в Твиче, не первый день. Смайлики всякие прикольные тут шлет. В стиле афро. Thinking about free. Так. Ну, в принципе, мы правильно все сделали. Можно было сделать, умножить на 1, разделить на 1.15. Тогда было бы покороче. Угу. Так, чего? Все тогда? Ага. Да, все. Всем спасибо. До новых встреч. В понедельник получается по JavaScript. А сегодня мы выходим чуть позже по призме. Где-то минут через 30. Да, до новых встреч. Ага.